что не одна наша игра не похожа на другую. Удивительное сплетение событий каждый раз делает ее уникальной. Но сегодняшняя игра точно стоит отдельно. Сегодня мы с вами становимся свидетелями исторического события. Вадим Шипачев сыграет. Вадим Шипачев делает счет 2-0. Бил с траектории движения шайбу, и она приземлилась точно на клюшку Вадима Шипачева, который тоже не растерялся и с лёда переправил ее в незащищенный угол. Два матча. Это очень круто, это очень большая цифра, очень крутой результат. Ты молодец. Удачи тебе, друг мой. Все будет хорошо. Впереди еще много цифр, много побед и много еще отличных результатов. Надеюсь, сыграешь еще столько же. Жду твоей результативной игры и побития еще одного рекорда. Вадик, давай, мы с тобой. Шиба, привет. Хочу поздравить тебя с рекордом КХЛ. Ты большой молодец. Показывает твой уровень, твое мастерство, твое желание. Радует болельщиков своей игрой. И делай больше рекордов. Все самое лучшее. Вадик, легенда. Поздравляю тебя. Это очень круто. Давай, не останавливайся, продолжай дальше. Я надеюсь, новые рекорды впереди. Удачи. Шипа, поздравляю тебя с историческим рекордом. Здоровья тебе и твоим близким. Удачи и, конечно же, без травм. Вадя, привет. Поздравляю тебя с новым рекордом по количеству проведенных матчей КХЛ. Большая цифра. Надеюсь, будет еще больше. Так что желаю тебе проводить сезоны без травм. Тебе как-то надо доковылять до моего возвращения. Потому что скучаю по твоим подкидкам. Давай, удачи, успехов. Всем большой привет. Вадим, поздравляю тебя с рекордом. Ты большой молодец. Я очень рад, что с тобой провел, наверное, пару сотни матчей. Я помню твои подкидки шикарные, передачи. Продолжай в том же духе. Желаю тебе успехов, удачи и добиться как можно больше. Привет, Вадик. Хочу тебя поздравить с очередным рекордом. Больше 1000 игр. Результат твоего профессионализма и любви к хоккею. Надеюсь, еще получится у тебя побылить в играх. 100-200, дай бог больше. Молодчик, еще раз поздравляю.
Дорогой папочка, поздравляем тебя с 1002 матчем. Мы очень любим тебя, гордимся тобой. Иди всегда дальше. Папа, мы тебя очень любим. Мы желаем, чтобы ты шел дальше к своим целям. И желаем тебе очень много побед. Мы любим тебя. Ты всегда говорил, что любишь играть в такие. Трудностей было много, но ты их преодолевал. Вся наша семья гордится тобой. В Череповце, на Урале, в Минске. Я горжусь тобой, дорогой мой. Обнимаю тебя и целую. Слово предоставляется генеральному директору хоккейного клуба «Динамо Минск» Артему Тарковскому. Добрый вечер всем. Добрый вечер всем. Я, наверное, открою небольшой секрет работы нашей скаутской службы. Многие игроки, именитые, титулованные, ехали в «Динамо», зная, какая фантастическая поддержка здесь, на Минск-арене. Ведь играть и добиваться побед в такой атмосфере вдвойне приятно. И наш болельщик точно заслуживает этого. Заслуживает видеть лучшее шоу, стать свидетелем, становиться свидетелями исторических моментов и новых рекордов игроков «Динамо». Я очень горд, что сегодня Вадим Шипачев установил новый рекорд континентальной хоккейной лиги именно здесь, в Минске. Для нас это большая честь, что именно здесь произошло это событие и происходит на наших глазах. Надеюсь и знаю, уверен, что это событие останется в памяти каждого, кто находится сегодня здесь. Здесь, где происходит исторический момент, где мы в одном звене с каждым. Спасибо. Памятная джерси от имени хоккейного клуба «Динамо Минск» по случаю исторического рекорда. Слово предоставляется президенту континентальной хоккейной лиги Алексею Морозову. Добрый вечер, Минск! Я рад сегодня от лица континентальной хоккейной лиги и от себя лично поздравить Вадима, его семью и всех его поклонников с этим уникальным достижением. Вадим продолжал всю свою историю показывать нам высокие результаты, результативную игру, креативные движения на площадке. И сегодня мы хотим его поздравить с этим праздником, что он стал первым игроком в истории континентальной хоккейной лиги, который достиг такое количество матчей в 1002 матча. Поэтому сейчас я хочу пожелать спортивного долголетия, поднимать этот рекорд как можно выше. И, конечно, с каждым матчем этот рекорд будет увеличиваться. Ну а сегодня мы хотим увековечить это уникальное достижение специальной наградой континентальной хоккейной лиги. Поздравляю! Удачи, Вадим! Только вперед! И прямо сейчас умолкает вся арена, чтобы услышать легенду. Вадим, вам слово. Здравствуй, Минск-арена.
Когда совсем в юном возрасте я пришел на арену в Череповце, никогда не мог подумать, что я проведу столь успешные года в хоккее, и меня будут чествовать 1002 игры, что я сыграл в этом прекрасном суперстадионе «Арена Минск». Это как сказка. Хотел бы сказать огромное спасибо моей маме, которая привела меня в хоккей. Моей супруге Екатерине, детям. Кристине, Полине, Илье. И, конечно же, хотелось бы отметить всех тренеров, персонал, руководство клубов, где я играл, игроков. И хотелось бы сказать огромное спасибо Континентальной хоккейной лиге за этот подарок. И очень благодарен руководству хоккейного клуба «Динамо Минск» за этот праздник, за это шоу. Они большие молодцы. Хотел бы сказать огромное спасибо вам, болельщики. Вы лучшие. Спасибо. Минск-арена. История творится на наших глазах. Внимание под своды арены.